Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, следуя главным задачам, закрепленным в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года, а также решении коллегии МВД и министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-лейтенанта милиции Ниязбекова Улана Умукановича по обеспечению безопасности и борьбы с преступностью, стоит на страже и защите общества от негативного влияния наркотиков. В отчетный период 2022 года органами внутренних дел достигнуты значимые результаты в оперативно-служебной деятельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Находясь в непосредственной близости от Афганистана и являясь страной, через территорию которой проходит северный маршрут наркотрафика, Кыргызстан сталкивается с негативным влиянием транзита наркотиков на внутреннюю ситуацию. В незаконном обороте появляются новые виды неконтролируемых синтетических наркотиков и психоактивных веществ. Разработана и принята новая антинаркотическая программа Кабинета министров и план мероприятий по ее реализации на 2022-2026 годы. Службой подготовлен и направлен в Кабинет министров Кыргызской Республики проект концепции внедрения национального механизма оповещения о появлении новых синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ под условным наименованием «Эхо». В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков на постоянной основе внедряются современные методы работы. Одним из таких мероприятий стала реализация еще одного проекта УНП ООН, в рамках которого 1 июля 2022 года были переданы для службы два комплекса беспилотных летательных аппарата и передвижные автомобильные платформы с рабочими местами и соответствующим оборудованием для стационарной работы в отдаленных районах республики. Принимая во внимание важность международной кооперации в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, службой проведена международная антинаркотическая операция ОДКБ под условным наименованием «Канал Второй Барьер». В указанный период силами службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в городе Ош был развернут международный координационный штаб, в работе которого приняли участие представители компетентных органов. В целях улучшения и дальнейшего развития сотрудничества были проведены двусторонние рабочие встречи с представителями компетентных органов Российской Федерации, Узбекистана, Казахстана, Соединенных Штатов Америки, Южной Кореи. При координирующей роли службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, благодаря слаженной работе органов внутренних дел, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1048 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 6 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Стоимость изъятых наркотиков по экспертным оценкам составляет 48 миллионов 845 тысяч долларов США. Из которых можно было изготовить 4 миллиона 837 тысяч разовых доз. При этом оперативными сотрудниками службы зарегистрировано 410 фактов. Из незаконного оборота изъято 3 тонны 698 килограммов 786 граммов подконтрольных веществ. Проведен ряд специальных операций, направленных на выявление и пресечение наркокоррупции в системе правоохранительной деятельности. В результате по двум фактам к уголовной ответственности привлечены 3 действующих сотрудника органов внутренних дел Кыргызской Республики и 1 сотрудник Республики Таджикистан, которые задержаны с крупными партиями наркотиков афганского происхождения. Всего по республике к уголовной ответственности привлечены 5 сотрудников, за употребление наркотиков – 10. Службой пресечено 86 наркопреступлений, совершенных в составе 49 групп, состоящих из 115 человек. Пресечена деятельность 9 подпольных нарколабораторий, из которых 5 по производству синтетических наркотиков, 4 по производству наркотиков каннабисной группы. В результате мониторинга интернет-пространства на предмет выявления и установления лиц, занимающихся сбытом наркотических средств и психотропных веществ как в интернет-пространстве, в том числе и Darknet, так и в мобильных мессенджерах WhatsApp, Telegram, Instagram и других, совместно со службой по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики заблокировано 3 интернет-сайта. Установлено 2 факта легализации полученных от незаконного наркотика
наркооборота доходов на общую сумму 4 540 996 сомов. Служба активно работает в направлении наркопрофилактики, проводя масштабные мероприятия, направленные как на пропаганду физической культуры, спорта, здорового образа жизни, так и поддержку различных инициатив, способствующих развитию творческого потенциала молодежи. Сотрудники службы непосредственно проводят различные разъяснительные кампании с молодежью, педагогами, родителями, органами местного самоуправления. Всего за отчетный период проведено 156 профилактических мероприятий по республике, с охватом населения около 200 тысяч человек. В связи с участившимися случаями безрецепторной продажи лекарств, содержащих сильно действующие вещества, принято решение о доведении возникшей ситуации до руководителей фармацевтических компаний, по итогам которых выработаны ряд рекомендаций о недопущении продажи фармацевтическими компаниями лекарств, содержащих сильно действующие вещества подросткам. В целях предотвращения распространения новых психоактивных веществ среди подростков по инициативе службы по борьбе с незаконным оборотом Министерства внутренних дел Кыргызской Республики разработана памятка для педагогов образовательных учреждений среднего и высшего профиля и инспекции по делам детей «Новые психоактивные вещества среди молодежи». В целях повышения потенциала службы в рамках сотрудничества с УНП ООН передано 9 служебно-розыскных собак, обученных в лучших кинологических школах России и Голландии и имеющих высокие профессиональные качества по обнаружению наркотических средств. За отчетный период при их использовании из незаконного оборота изъято более 300 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Руководством службы придается важное значение развитию материально-технической базы, улучшению условий работы сотрудников и технических возможностей службы за счет привлечения донорской помощи. За отчетный период в рамках реализации проекта УНП ООН, финансируемого правительством Японии, были построены и переданы в эксплуатацию 2 административных здания для структурных подразделений службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Таласской и Джалабадской областям. Все служебные кабинеты, залы заседаний оснащены необходимой оргтехникой, офисной мебелью и компьютерным оборудованием. 28-29 июня состоялась торжественная церемония открытия данных административных зданий с участием министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-лейтенанта милиции Ниязбекова Улана Умукановича, заместителя министра генерал-майора милиции Абдиева Нурбека Такабаевича, посла Японии в Кыргызской Республике, а также руководителей областных подразделений силовых министерств, ведомств и органов местного самоуправления. В результате длительной работы и участия службы в судебных процессах по возврату построенного на средства доноров недвижимого имущества решением Ошского областного суда от 14 сентября 2022 года оставлено в силе решение Ошского городского суда о передаче 14 квартир на баланс МВД Кыргызской Республики для служебного пользования сотрудниками службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по городу Ош и Ошской области. Тем самым незаконно приватизированные квартиры в 2011 году возвращены в доход государства. Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и в дальнейшем будут предприниматься необходимые меры по совершенствованию деятельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и защиты населения страны от вредного влияния запрещенных веществ.